Трогательная композиция учащихся Винновской гимназии открыла этот торжественный вечер. Первый заместитель главы Ленинского района Елена Добрина в своей приветственной речи отметила, что не случайно пригласили выступить представителей молодого поколения нашего города, тем, кому предстоит в будущем заботиться о Видном. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы принимаете активное участие в патриотическом воспитании. Без вас не обходится ни одно мероприятие. Вы часто посещаете наши школы и другие учреждения для того, чтобы рассказывать детям, подросткам правду. Правду о войне, которая закончилась 70 лет назад. В зале в основном находились те, кто в годы войны был еще совсем юн. Один из них – Алексей Плаксин. Его семья во время войны была в оккупации, и всю же войну пережили все. День Победы для Алексея Николаевича – самый главный праздник. Когда демонстрации шли до темной ночи, такие пляски были. Радость – то, что мы живы, живем и стараемся жить. Елена Добрина каждому вручила юбилейную медаль, пожала руку, сфотографировалась на память. Эта память будет жить в наших сердцах всегда. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.